Вечно мама ничего не разрешает, обещала купить и не покупает. Аккуратненько, Федор Сергеевич. Послушай, а о чем ты так задумался, а? Папа, я вот думаю, а смог бы ли ты выполнять любые мои желания в магазине детских игрушек? Смог бы! Легко! Пошли, докажу тебе! Пожелаешь все, что угодно, все купим! Пошли! Что ты хочешь тут, а? Мам, я тут вот что подумал, можно тебя кое о чем спросить? Хочешь меня о чем-то спросить? Ну спрашивай, конечно! Мама, а ты можешь исполнять мои любые желания в магазине детских игрушек? Любые твои желания в магазине детских игрушек? Легко, пошли! Мама любые желания может исполнить. Пошли, я тебе докажу. О, папа, смотри, какой мотоцикл оранжевый. Я хочу себе такой. Купишь? Смотри, папа, какой он красивый. Хочу такой. Покупай, ты обещал. Федор Сергеевич, он может быть и красивый, но какой-то совсем маленький, игрушечный. Предлагаю тебе вот этот. Ого, какой огромный! Классный, папа, ну давай тогда такой купим. Ты прав. Крутой мотоцикл, вот это да, действительно лучше, чем тот, который я сначала хотел. Ой, мама, смотри, какой мотоцикл. Купи мне такой, ты же мне обещала, что купишь все, что я захочу. Я вот этот хочу. Давай, давай быстрее. Федор, ты что? Это такой большой, наверное, очень быстрый. Мне кажется, это слишком рано для тебя такая техника. Смотри, что я придумала. Смотри, какой самокат. На нем далеко не уедешь, как раз для тебя. Ну, он какой-то совсем маленький, мама. Да и ты у меня не очень большой. Берем самокат. Посмотри, какая классная машина! Я хочу себе такой грузовик! Ты думаешь, я вот так желания буду твои исполнять? Ерунда какая-то для мелочи пузатой! Во, смотри! Вот это грузовик! Зацени! Ого, какой огромный! Этот мне нравится! И кузов откидывается супер! Пошли, папа, на кассу, берем! Ой, мама, смотри, какая машина классная. Берем, ты обещала. Ну да, машина, конечно, крутяцкая, но какая-то уж очень огромная. О, смотри, Ламборджини. Небольшая, красивенькая и с пультом. Давай такую возьмем. Нет, мама, я бы ту хотел, но ты же обещала. Федор, ну я обещала, я исполняю. Хотел машинку? Берем машинку, пошли на кассу. Папа, смотри, какой я пистолет себе нашел. Купи мне, пожалуйста, пикаль такой. Смотри, какой крутой. Слушай, ну пикаль реально зэбы на самом деле. Класс. У меня есть другая идея, подожди. Кладем этот сюда. А знаешь почему? Почему? Потому что, смотри. О, что это такое, папа? Это целое ружье, видишь? Ничего себе! Вот это да! Давай лучше тогда ружье действительно купим! Круто! Я как настоящий солдат! Пошли на кассу! Мам, смотри, какой я себе автомат выбрал! Пошли покупать, ты обещала! Федор Сергеевич, да этот автомат... Больше, чем ты. Надо что-то поменьше. Подожди. Так, так. О, смотри, какой маленький. Замечательный пистолетик. Давай такой возьмем. Давай. Ой, папа, магнитный конструктор. Я хочу себе такой. Обожаю магнитный конструктор. Иди сюда, посмотри. Магнитный
О, бесконечные комбинации в каждой коробке. Ха, так в такой маленькой коробке все комбинации быстро закончатся. Слушай, а давай возьмем вон ту большую. Какую? Вот эту? И ты мне купишь такую огромную? Какая она тяжелая. Знаешь что, Федор? Вот так пошли на кассу. Пошли, здорово. Ой, что я вижу, мой любимый магнитный конструктор. Мама, ты где? Я нашел то, что я хочу. Федор, я здесь. Ничего себе, ты какой огромный конструктор нашел. Ну, у нас что-то дома есть похожее. Вот, смотри, давай возьмем просто сменные детали. Маленькие и 12 целых штук. Как раз подойдет к твоему конструктору дома. Ну ладно, давай, поставлю эту на место. Вечно мама ничего не разрешает, обещала купить и не покупает. Папа, стой, смотри, что я придумал! Ты про куклы? Папа, да, про куклы. Давай купим эту куклу, я подарю ее Сафуне Шалуне. Она так любит куколки. А я было подумал, ты уже себе куклу хочешь. Но если для Сафуни и Шалуньи, подожди. Исполняем твое желание. Держи. Ух, ничего себе, огромный набор. Вот его и подаришь. Держи крепко и пошли на кассу. Ух ты, здорово, вот она обрадуется. Ой, мама, смотри, какие куклы красивые. Давай купим вот эту. Федор, ну ты же у меня мальчик. Понимаю, машинки, пистолеты, но куклы тебе зачем? А еще такой набор большой. Мам, ну это я не себе, это я хочу Сафуне Шалуне подарить. Она любит такие куколки. Сафуне Шалуне. Давай купим маленькую куколку. Она же маленькая, и куколка ей нужна маленькая. Сейчас я тебе покажу. Вот, смотри, принцесса. Какая красивая. Я думаю, ей понравится. Возьмем такую? Да. Пошли на кассу. Да. Мама против папы. Пошли, Федор Сергеевич, я тебе решила кое-что купить. Надо пополнить гардероб. О, смотри, какая красивая красная кофта. Обалдеть, тебе нравится? Ай, нет, мама, красная это девчачья, как твое платье. Красный не хочу. Нет, не буду. Ну, нет, так нет. Не хочешь, как хочешь. Пошли дальше смотреть. Так, о, Федор, смотри, какие классные красные штаны. Пошли посмотрим. Еще и на скидке, смотри, какие понтовые. Давай возьмем. Нет, мама, красный это девчачий, как твое платье. Красный это не мужской цвет, не хочу, убирай. Ну ты привередливый стал у нас, ну ладно. Мама против папы. Ну что, Федор Сергеевич, пошли за покупками для настоящих мальчишек, да? Так, давай тебе, Федор Сергеевич, настоящие пацанские штаны подберем. Давай, папа. О, смотри. Черные, классные. Отлично, папа, клади в корзинку. Спасибо, не то, что мама красные предлагала. Пошли дальше.